Так, сегодня мы приехали в городок такой небольшой, называется Клемсон. Недалеко от нас, ехать примерно часик. Здесь такой одноименный университет, в этом городе тоже университет Клемсона, вроде как. И на его территории, вот тут вроде как большая территория, один из такой крупный университет, один из, как мне сказали, самых таких престижных в Америке, находится в часе от нашего города, в часе езды. И здесь, на их территории, находится ботанический сад. И вот мы приехали тут с нашими друзьями погулять, посмотреть, ну и вам показать, если что-то интересное будет. Я думаю, будет. Так что не переключайтесь. Кто еще не подписан, не забудьте подписаться и продолжайте смотреть. Сегодня выходной, праздник. В Америке Memorial Day. Погода наладилась, тут было пару дней холодное, вот тут колокол какой-то. Интересно, как он звенит. Сейчас попробуем. Звенит. Да. Так, а там дальше какой-то паровозик стоит. Сейчас пройдем, посмотрим. Судя по тому, что здесь много разных растений, мы только зашли, но деревья необычные, растения необычные. Это говорит о том, что название ботанический сад себя оправдывает. Я думаю, дальше пройдем, увидим еще чего-то необычного побольше. Так, а тут какой-то паровозик стоит. Или вагон просто. Или целый паровоз. Нет, похоже, вагон. Похож на ресторан. Шторки уютные внутри. Ну да. Да, там вообще очень классно. Мам, смотри. Да, колледж. Нет, он закрыт. Да. А можно? Не написано, что не закрыт. Вон чистая вода. Я думаю, можно. Вон чистая вода, можно туда ходить. Хотите кинуть? Опять. Это маленькие рыбы. В такой муте. Ну да. Но они поднимутся. В такой желтой воде и все равно карпа будет. Вон там черепаха плавает. Наверное, не видно. А здесь эти китайские карпы. Хлебушек. Ну-ка, кидай. Только поближе сюда, чтобы она интересно подходила. Ну-ка, примани. Поменьше кусочек. Да, надо поближе к ней кидать сначала. Вон та другая, мне кажется. Ян, ну вон они далеко. Ты близко кидаешь. Вон подальше, вон та другая. Вон черепаха. Я не умею кидать. Не умеешь? Нет. Надо тебя научить. А, вон кто... Кто-то вот здесь скушал. А, вот смотри, маленькие. Это, наверное, пираньи. Вон черепаха пришла. Вон еще черепаха. Правда, слушай, смотри, они похожи на пираньи, вот эти мелкие. Где? Вот они. Вот они плавают мелкие. Похожи на пираньи. Да. Угу. Вот эти черепаха. Да, дай кусочек хлебушка. Сейчас мы их выманим. Вот здесь они рядышком плавают. Вот они. Ну, вот, смотри, видишь? Пираньи, говорю. Это голодные рыбки. Ай, черепашка, лови. В каждой луже кто-то живет здесь. Пытается есть, не получается. Ага, красные такие. Опять мы удочку забыли. Они уже прямо на берег скоро вылезут за хлебом. Вообще они бесстрашные. Уже тут на мели сидят и все равно лезут. Угу. Стоят в парке эти автоматические поливалки. Название вот растения тут. И поливалки. Цветочки поливалки. Поливалки вот так. Я когда в школу ездила, там автоматические поливалки такие. Ну да, то для газона, а здесь для этих... Для растений. А вдруг для цветов. У нас польют. Вот такие цветы тут водятся. Папоротники всякие. А тут в горшках стоят, да? Пальмы.
А это, по-моему, банановая пальма. А это, наверное, совсем такие чувствительные, которые они, наверное, на зиму заносят куда-то. Потому что они все-таки в Южной Каролине не смогут вырасти. И поэтому они, наверное, в горшках. Короче, много таких этих тропиночек среди цветов, кустов, деревьев, насажено всего, в растения со всего мира, похоже, тут собраны. И японские, там таблички есть, где деревья, и индийские деревья, и разных видов сосны, елки. Это вообще непонятно, какая-то, такой первый раз вижу, то ли сосна, то ли не сосна. Цветы, везде название есть. О, лягушка, лягушка, привет. Какие хочешь. Красиво. Мне нравится. Тропинки есть, тротуары основные, а есть такие тропинки, которые идут по среди зарослей, такие красиво. Идешь, гуляешь, отдыхаешь, изучаешь ботанику. Это, наверное, голубая ель. Где бы табличку найти? Что это за ель? Или сосна, или ель. Водичка собирается прямо в листиках, чтобы, видимо, хранилась она. Так, а тут еще один пруд, но уже большой. Там тоже вон находятся и рыбки какие-то, вижу. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Я уже вижу китайских карпов огромных. И пока больше никого не вижу. Ой! Тут должен где-то утки. Там беседочка вон. А, ну черепахи, конечно, как куда же без черепах? Вот они плавают, две штуки. Видно вам, нет? Не знаю, тут, ну, много, короче, черепах. Вон они поплыли. И вон там карпы эти. Черепах прям много, больше, чем рыб. Подплыли поближе. Два карасика таких здоровых. Вон еще один. Оп-оп. Пошли, испугались. А здесь такая штука, аппарат такой для этого. Ты можешь положить денежку, покрутить и получить корма немножко. Но она сверху не закрыта. Люди подошли, открыли, взяли. Мы сейчас так же сделаем. Оп, чуть-чуть кукурузки. И пойдем кормить. Карпов кукурузы. Угу. Надо рыбки то я в огромный пять. Черепаший обед пошел. О, вон, смотри, как они, видела, выпрыгивают. Я, кстати, тоже, я не видела. О! Вот, да, да, да. Черепашки, на. Ой, если что, на них панцирь. Ой, там драпа. Нет. Я не зарепаю. Ну, нет, черепашка, да, кусай. Да, я успела. Нет, не успела. Лови. Сколько рыбы здесь, посмотри, много. Нет, они приводят. Эти мелкие все забирают у них. Прилетела сюда большая черепаха такая. Она прям откуда-то вылезла, непонятно. А на ней, видите? Ага, мох. Здоровая такая. Наверное, это мама с папой все эти черепахи. Или бабушка, можно это пробовать? Бабушка едет. Рыбы наелись, походу. Вот, смотри, это карась приплыл, карп. Угу. Ну, там все глухой какой-то карп. В инстинкте, видишь, интересно.
какие-то громозеки металлические. Где-то тут детский парк и сад, сад бабочек. Вот, вот она. Бабочка, значит, здесь сад бабочек. Начинается. Чё ты, Ян? Бабочку ищешь? Нет. Нашла бабочку? Нет. А чё? Не страшно. Страшно? Бабочке страшно? Смотри, какая красивая арка. У них же сейчас это, в июне начнется это парный сезон. Их в горах, ну, Северной Каролины будет туча. Вот эти большие? Монархов, да-да-да. Вот такие бабочки тут живут. Но я тут пока ни одной не видели. А тут какой-то... О, смотри, а здесь укроп растет. Укроп. А тут огород, что ли, какой-то? Ну да, непонятно. Еще клумба. Цветы, вон розы растут. Цветы, кусты. В общем, все подряд. Так, ну тут больше цветочно. Вот мята вижу. Из меня такой еще огородник, я в цветах-то не разбираюсь. Вот если там овощи, еще могу понять, а вот цветы нет. А вот здесь как раз и овощи, вот сразу. Но закрыто, зайти нельзя. Что там? Что-то растет он. Горох, что ли? Кукурузу посадили. Это маленькая, не знаю, что. Лук вижу. Он опять заросли укропа. Хрен. Хрен растет. О, пожалуйста. В Америке растет хрен. Бабочку видел хоть? Не, ни одну не нашел. А, вот она маленькая полетела, полетела. А мы еще одного монарха увидели. Да? Такого, да. Что-то один только. А что такое монарх? Улетел? Ну, мы шли, обсуждали. Это бабочка большая такая. Я зато увидел хрен растет. Бабочка, мы нашли бабочку. Я нашли бабочку. Вон, на цветочке, на фиолетовочке. Где? А, вот она. А, ух ты, она... Вот это и есть монарх? А вот, вот она. Вот, папа. Открывай глаза. А, это маленькая. Это бэби-монарх, наверное. Наверное, здесь когда-то был детский сад. Но, видимо, он уже не работает. Ага, мягкий-мягкий, как этот, как я не знаю, какой-то тряпка, что ли, такая мягенькая. А вон кардинал сидит. Я буду брызгать. Так. Я чуть-чуть, я не буду их сильно мокрыми делать. Я тоже хочу брызгать. Все, надо это, мыть детей пора уже, да? Да. Может, я хочу взять? Нет, я готова. А мочалки вы взяли? У тебя пережатый шланг солнца. Спасибо, да. Так, а это что за дом? Охотничий? Охотник там есть? Ой, не видно. Ну, правда, что-то такое. Смотри. Стилизовано под такой охотничий домик. Ручеек, водопадик. Жалко, что закрыт. Ransom Hunt. 804-886. То есть это кто-то здесь жил, представляешь? Вон имя, фамилия и годы жизни. То есть это чей-то дом был? Да. Ну да, да, я имею. Вон там плохо видно, ну что-то, наверное, видно. Кровать его. Пластиковый ящик его. Плохо, что закрыто. Ну что, вода теплая? Рыбу видно, форель там или что-нибудь такое. В океан к акулам. Да нет, это к тем, угу, черепахам. Или к черепахам, да. Дугдум.
А можно сейчас обоих вот так переобуть, вот так вот перелезу? Нет. Нет. Не можно. Тут нету выхода. Выход там. Давай, обуваемся. Ну да. Трон прям каменный тут. Вот такой обрыв, как будто бы река большая шла какая-то. Текла. Забрели в дремучий такой лес. Темно стало. Ну, конечно, не дремучий, но все равно такой темненький. Деревья погуще. Ручейки эти текут дальше. Мостики. Вот тут какое-то лобное место. Или сборище друидов. Не знаю. Место сбора друидов. Каменный сад. Понатащили каменюк, поставляли. Или они тут и были? Нет, наверное, все-таки поставляли. Я даже не знаю, что это, елка или сосна, такие длинные иголки. А вот и дуб, пожалуйста, тут все есть. Это вот наш латвийский. Наш латвийский. Латвийский? Наш, да. Да? Кто-то сам приезжал туда. Да, вот как-то все растут. Цвести скоро будут. А, вот это есть. Какие-то ягоды у кактуса. Они съедобные? Он их скидывает. Опа. Кактусы, пальмы, сосны. Не тупик, да? Да. Значит, назад. Да, здесь это. Здесь пляжная. Ну да. Пляжная зона. Вон кактус видели? А вот они цветут, кактус, смотри. Цветочки. Растения, которые едят насекомых. Вот они. Нарисованы. Плотоядные растения, которые кушают всяких жучков, паучков. Ну-ка, посмотрите, там есть кто-нибудь? Не знаю, видите, нет? Оп, не видно, да? Не видно. Вот, там совсем большие вон. Эти маленькие, а эти вон здоровые. Есть там кто-нибудь? Не видать. Ну да, тут уже мостик такой, как будто бы через болото идет. Вот написано то, что иди только по дорожке, на растения не прыгать. Да? А вот они, смотри, прямо здесь если растут. Если вот эти растения найдут, мухоеды эти, и переварят потихонечку. Ну. Кактусы растут опять, большие, колючки. Ай! Колючая! Какая колючая, зараза? Кажется, мягенькая такая. Трогаешь мягенькую, а рядом колючечка, и она сразу такая хоп, и в тебе впивается. Опять пальмы. Пальмы вместе с соснами растут совсем. Как нам объяснили, что здесь представлены, вот пока мы идем вот этот маршрут, предоставлены разные области Южной Каролины, разная растительность, там горная, пляжная, болотистая. Всякие разные. Это национальное дерево с Южной Каролины, пальметто. Ну да, оно же пальметто, это не просто пальма. Это вот специально вот это вот. На этом же, на флаге, да, Южной, да, Каролины нарисовано это дерево. Кактусы цветут красиво так вообще. Яна, покажи мне свою зубу, она вообще все красивая. И пальмы рядом, и все, что хочешь. О, какой кактус. Настя, иди потрогай кактус, колючий, нет? Настя, потрогай колючий. Ну, нет. А что? Как-то не хочется. Ну и зря. Ну какой большой алоэ. Angle-plated quartz.
Обалдеть. Здорово. А, это даже не мельница, это шахта была, наверное, да? Похоже, что это на шахту. В общем, здесь какой-то красивый дом, музей, но он закрыт сейчас, потому что сегодня праздник. Надеюсь, как-нибудь другой раз. О, папоротник. Папоротник. Магазин сувениров закрытый, да? У нас завтра открывается. А вот смотри, камень какой. Видел? Нет. Какой камешек. Ой, все исчезло. Прозрачный такой. Геологический музей, да? Ну, поэтому, наверное, камни разбросаны. Наверное, да. Ну, какие мячики. Круглые. Розовый кварц. Ну. Денис бы обалдел, любит камни. Да не, Денис всегда не, это. Не захотел с нами ехать. Ну, вообще, пропустил. Я бы сказала, в ботаническом саду не будет. Да. Это уже камни. За компьютером, главное, мы всегда не слышим. Гладит животное. Смотрите, какая она мягкая, пушистая. Да? Ага. Мягкая-мягкая. Можно хоть попой садиться. Ай, больно. Смотрите вот. А, вот это парк юрского периода, растительность, видимо, самая старая, которая, она такая. Тихо. Дай папа пройдет. Папа сидит. Это эти же кувшинки, наверное, да? О, кто-то там крякает. А тут вот как раз и этот. Оставшийся, откопали, наверное, скелет динозавра. Сделали из него такую дорожку. Да, вот скелет динозавра, видишь? Ребра. А из этих, из позвонков сделали стульчики. Здесь геологический музей, не знаю, то ли в этом домике, то ли в том. Может, все вместе. Но, как я уже говорил, сегодня все закрыто. Домик красивый. Посмотреть можно только снаружи. Что внутри, мы с вами не узнаем. Ну, как-нибудь в следующий раз приедем и узнаем обязательно. Carriage House. Что там? А, там так просто дом. Ничего особенного. Дом, лавочки. А, вот он. Вот он красивый. Это еще гараж. Понятно. Гараж. Carriage. Гараж. Это был гараж. В нем туалет. А это сам домик. Ну, ничего, такой симпатичный. В таком стиле. Я бы сказал, каком-то не совсем американском, наверное. Кормушка. Ой, поилка для животных. И тут сад во дворе. Тоже небольшой. Небольшой сад во дворе. Красивый. Задний дворик. Ой, пахнет как цветами. Опять эти ловушки, цветы. Пахнет вообще так ароматно тут. Хотя цветов вроде немного, но запах такой стоит. Ярко выраженный. Да, вот так можно себе сделать, да? Такой домик. Газончик, цветочки. И тут бассейн. Классно. Ага, здесь вот маленький бассейн. Кувшинками. Я прочитала, что можно здесь, на вот этой территории, проводить свадебные мероприятия, ну и вообще какие-то любые мероприятия. Тут очень много таких площадок, где проводятся. Может. Мы сегодня их проходили, они как бы немножко там отдаленно, в глубине, ну, от дороги, да, трейла находятся. А вот здесь это самое большое поместимости человек. Может, разведемся и женимся заново? Придется. Ради такого можно. Все, перевели мне. Сказали, это переводится как каретный домик. Я все, гараж. Так что там кареты. А вы что валяетесь? Кушать хотите? Ну там где-то укроп рос по пути, я помню. Укропы нарвем сейчас. И тут тоже возле домика прям небольшой огородик такой. Совсем подряд. Вон баклажаны растут. Перцы. Тыквы или кабачки, не знаю, что, лук.
Что там? Вон морковка, горох. Блин, горох. Помидоры. Там что-то еще. Кто-то же занимается. Никого не видно. Вообще никого. А, ну сегодня выходной, правильно. Поэтому никого не видно. Цветет магнолия. Большими такими цветами. О, как пахнет-то. Слышишь, Настя? Понюхай, как пахнет. Да, я знаю. Как? Таким освежителем воздуха, прям таким хорошим. Я первый раз нюхаю. Да, дорогим таким освежителем воздуха. И тут они вот целая такая плантация, и все цветут. Большими красивыми цветами. Ну какие? Огромные. Так, ну вот так вот мы закончили небольшую прогулочку по этому парку. Нам понравилось, надеюсь, вам тоже. Сейчас поедем в этот ресторанчик. Говорят, очень вкусно готовят здесь. Какой-то ресторанчик с морскими продуктами, с местными продуктами. Будем пробовать. Вот так вот на берегу озера. Того же озера, кстати, на котором мы ездили отдыхать когда-то. Там, я ссылочку в описании оставлю. Вот такой ресторанчик морской, наверное. Мы в него приехали покушать. Так, в общем, сказали, нам надо ждать, пока нам приготовят стол. Мы пришли пока на озеро. Там был песочек, можно пройти, но там собаки без поводков. Mm-hmm. Вы боитесь, что будете трогать собак? Mm-hmm. Тогда с пирса нырять можно. Mm-hmm. Ну да. Вот оттуда приплыли, здесь припарковались, покушали и поплыли назад. Такой ресторанчик изнутри. Маяк двухуровневый. Можно на втором этаже, можно на первом. Так, начинаем мы с такого вот крабового супчика. Такой, с крекером. Ну, прикольный, вкусный. Суп-пюре из краба. Очень вкусный. Оп, принесли нам покушать. Сет там такого вкусненького себе заказала. Ай, я не знаю, это что же выбирал? Так, тут, короче, какая-то рыба, и тут какая-то рыба. Я забыл, какая. Здесь камбала, сервированного крабом. А тут что-то такое... А, этот рыба-меч, что ли, да? Да, да. Рыба-меч. Точно. Мы же рыба-меч, да? Рыба-меч. Да, вот это точно. Вот рыба-меч. Угу. Это ризотто, вот тут рыба-меч. О, ну, да. А в Янке там какие-то наггетсы, как обычно. Вот это целый. Ресторанчик с двух сторон окружен озером. Это вот там мы с той стороны были, пока ждали. А теперь на эту сторону вышли, здесь тоже озеро. Или это оно? Не, это другое уже, я так думаю, озеро. Уже с двух сторон. А может одно, неважно. Но классно. Мне нравится, красиво. Наверное, здесь рыбалка хорошая будет. Я практически уверен в этом. Чуть позже как-нибудь попробуем, но не в этот раз. Здесь, кстати, очень вот это вот распространено. Вот эти тюбинги продаются в магазинах очень недорого. И вот люди на катерах вот так вот сами себя катают, скажем так. Свой катер, свой тюбинг. Классно. Так, ну что, кто первый до острова доплывет? Да. Вообще теплая, давайте. Можем поплыть до острова. Я говорю, до острова, кто первый доплывет? Я. Хочешь ракушку? Нет, спасибо, я уже наелся. Мы же только покушали.